Короче, слушай сюда. Видишь, это лучший химик. Он варит самые лучшие барбариски. Чистый барбарис и ничего лишнего. Ого, нифига себе самогонный аппарат. Конечно, не как у бати на даче, но тоже ничего. Какой кочувствуй из абсента самогон, давай, скажи. Не говори. Так, а вы что здесь делаете? Сказали, вы поможете синтезировать противоядие. Нет, ты что делаешь? А, вкусно. Нет, ты... Ой, вкусно. Ты посмотри, он выпил сначала яд, потом запил противоядие. А скажите, вы только барбариски делаете? Ха, барбариски. Много товара есть, много. Вот методички, сам писал. Покупайте. Александр Борисович, а если я вам буду помогать, вы мне выдадите белый халат? Конечно. Всегда мечтал стать врачом. Рома, я, по-моему, текст забыл. Александр Борисович, а голову вы дома не забыли? Роман. Извините. Так, а вот с этим поаккуратнее. При неправильном ведении эксперимента можно облысеть. А у вас все эксперименты удачные были. Ну, конечно. Я же преподаватель. Ну да, тоже. Так, а вот с этим что-то мне не нравится. Наверное, надо это нейтрализовывать, иначе весь концерт сейчас закончится. Ну, блин, что ж делать-то, а? Ну, что делать, что делать? Надо было ходить в мои занятия. Так я второй курс, вы меня еще не ведете. А чё ж ты два раза-то заходил? Ну, ладно. Сделаем так. Ответишь? Поставлю. Внимание, вопрос. Что нужно добавить, чтобы нейтрализовать H2SO4? Варианты ответов. Спирт, вода, щелочь. Я беру помощь лаборанта. Помощь лаборанта ты брал в прошлом семестре. Так, ну тогда звонок другу. Правда, это я его считаю другом, он меня вряд ли. Алло. Владимир Иванович, здрасте. А что нужно добавить в кислоту, чтобы нейтрализовать? Щелочь! Щелочь? Спасибо. Правильный ответ. Давай зачетку. Ух, я, наверное, первый человек, который во время студвесны органику сдал.